А где все мои помощнички? И куда улетела пуля? Ну давай же, давай же, давай же, давай же! Куда? Мне тоже дадут грузовик. Офигенский! А, поехали. Евротрак-симулятор! Или Гавайи-трак-симулятор, не знаю. Здрасте. Мне нужен тот добрый броневик, потому что он для меня как Феррари. О, земля намокла. Здрасте. Я здесь. А у них пушки-то. Я что-то такого не видел. А, ну это стандарт начальная. Начальная хрень. Хорош. Гипертрофированный БРДМ. Эй, Джейсон, скучал по мне? Точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменения. Это есть безумие. Когда впервые я это услышал, не помню, кто сказал эту хрень, я бум, убил его. Смысл в том, окей, он был прав. И тогда я стал видеть это везде, везде, куда ни глянь, эти болваны. Куда ни глянь, делают точно одно и то же. Снова и снова и снова и снова и снова. И думают, сейчас все изменится. Не-не-не-не-не, прошу. Сейчас все будет иначе. Прости. Мне не нравится, как... Ты на меня смотришь? Окей? У тебя проблемы с головой, думаешь, лапшу тебе на уши вешаю? Вру! Пошел ты! Окей? Пошел! Нахуй! Все в порядке. Я успокоюсь, братец. Успокоюсь. Смысл в том... Ладно. Смысл в том, что я тебя убил. Уже. И дело не в том, что я ёбнутый. Усёк? Это как вода под мостом. Я уже говорил тебе, что такое безумие. О, боже! Давай, 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 давай. Где, где, где? Не вижу ни черта. Фух. Ага, вот оно. Все мое оружие к чертям собачьим. Ненавижу это. Ему никак не забрать этих воинов. Сейчас придется с ножом бегать. Но это я помню, это был 7-минутный ролик геймплея Far Cry 3.
Ай! Что ж я... Как... Я, блин... Ай, ладно. Вы поняли, да? Я изучал ведь перк... кидание ножа и все такое прочее. А он ни хрена не кидается. Вертушка. Там, наверное, воины. Они такие воины, что просто пипец. Еще минус один. Погнали. Ну сначала сдох ты. Быстрее. Это мне тоже пригодится. Мне сейчас все пригодится. Ах, вы твари! Ах, почему я не отличился? Что постоянно подгоняет меня совершать такие поступки? Ну вот, все сначала, допрыгнулся. Ну какого хрена, ну что? Ладно, будем по-жесткому с самого начала. Где твоя долбанная пушка? Где твоя долбанная пушка, парень? Где Калашников? Где Калашников? Ну давай, давай, ну пожалуйста. Есть. Там, наверное, войны. Здрасте. Здрасте. Да е-мое. В этот раз получилось не очень. Ну, конечно, с гранатой очень. Меня тянет скорее сделать красиво, нежели эффективно. Ему никак не забрать этих воинов. Ну давай же! Во! Надо было нажимать. Сейчас главное не тупить. Там, наверное, войны. Как же вы меня заколебали. Пора прекратить джедай Рэмбо тут исполнять. Запарываю, а? Ну куда у него улетел долбанный дроба... Это как не дробаш? Дробыш!
Виктор, дробыш улетел куда-то у него. Где твой долбанный калаш? У меня большие вопросы к тебе по этому поводу. Где же ты? Калаш, калаш. Долбануться просто куда? Стационарный пулемет. Там, наверное, войны. А где все? Два патрона осталось. Мне хватит? Как вы думаете? Так. О, патроны. Так. Просто в никуда. В щи. Ладно, подохни так. Что такое-то, а? Снайперская винтовка. Все хорошо. Все, что нужно, у меня есть: калаш, дробовик, снайперская винтовка и ПП. Вообще такой идеальный набор. Почему на этом-то нельзя? Или можно? Я хочу на этой дребедине. Но черт возьми, на ней нельзя. Какой огонь? Вертолет. Времени мало. Давай. Нет! Что ж вы... Блин, опять все сначала, что ли? Я просто не вынесу, если все... Блин! Да это вообще, ну просто... Холодное пиво. Просто сложно. Ему никак не забрать этих воинов. Просто сложно переварить это в мозгу.